Добрый день, уважаемые коллеги! Кафедра общих математических и естественно-научных дисциплин и методик их преподавания представляет модуль использования информационных технологий в обучении биологии. Автор модуля – Хайфуллина Карина Владимировна. Выпускница Московского государственного областного университета, работала в образовательных организациях Московской области, городского округа Королёва и Мытищи, методистом, учителем биологии, заучем по воспитательной работе, являлась председателем школьных методических объединений, учителей естественно-научных дисциплин и классных руководителей. В настоящее время кандидат педагогических наук, доцент кафедры общих математических и естественно-научных дисциплин АСОУ, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования. Соавтор линии УМК по биологии, линия жизни, издательство «Просвещение». Педагогический стаж более 20 лет. В настоящее время программа реализуется автором. Предполагает сочетание различных форм организации занятий, реализуемых в электронном обучении, и включает передовые практики учителей Московской области. Прохождение программы позволит улучшить организацию учебной деятельности и способствует достижению качественных образовательных результатов по биологии. Ждем вас на наших курсах. До свидания. До новых встреч.